Дисциплина полиатлон выросла из советского комплекса «Готов к труду и обороне». Чтобы повысить интерес к освоению сразу нескольких направлений и подготовить к участию в сдаче нормативов ГТО, придумали отдельный вид спорта. Полиатлон подразделяется на зимний и летний. Последний включает в себя стрельбу, плавание, метание гранаты, бег на короткие и длинные дистанции. Это больше требует тренировок. То есть не один вид тренируешь постоянно, а приходится один вид, второй вид, третий вид. В комплексе они где-то вид чуть послабее, где-то вид чуть сильнее. И набирая очки, они могут показать хорошие результаты. Метание гранаты – одно из самых популярных направлений в легкой атлетике. Спортсмену необходимо на дальность бросить специальный снаряд. На выполнение заданий каждому участнику дается 3 попытки. Бросок засчитывается только в том случае, если граната упала в пределах коридора. Участница соревнований Мария Долина занималась гимнастикой и легкой атлетикой. По мнению спортсменки, полиатлон – это отличная возможность преодолеть себя. Главное не победа, а участие. Не каждый участник может завоевать медаль или какое-то место призовое. Здесь главное перебороть себя. Полиатлон развивает силу и выносливость. Желание усовершенствовать эти качества появляется у спортсменов в любом возрасте. Будь то опытный участник различных соревнований или тот, чьи золотые медали и победы еще впереди. Для привлечения в этот спорт у федерации есть все – база и время для тренировок. Нет только наставника, который воспитает чемпионов из начинающих спортсменов. У нас нет тренера. И поэтому детям заниматься неинтересно. Здесь у нас в городе много спортсменов, которые, тренируясь самостоятельно, выходят на крупный уровень. А если бы был тренер, то у нас вообще тут были бы, знаете, какие результаты. Победители городских соревнований по полиатлону отправятся в Нижний Новгород на региональный этап. Лучшие спортсмены области получат право участвовать во всероссийских состязаниях. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Футбол, баскетбол, бадминтон. В рамках областного проекта «Дворовая практика» на стадионе 13-й школы работали сразу несколько спортивных площадок. Организаторы дали возможность проявить себя как опытным спортсменам, так и тем, кто только начал осваивать новое для себя направление. Сегодня у нас проходит итоговое мероприятие июня месяца. Сегодня ребята, которые пришли сюда к нам на дворовую площадку, играют в футбол и в стритбол. Вы видите, что ребята разного возраста, и хотя проект наш рассчитан на подростков, маленьких мы тоже, конечно, приглашаем и приучаем проводить лето не просто во дворе, а именно на дворовых площадках, заниматься какими-то полезными делами. Юный вратарь дворовой команды «Зенит» Роман Кожевников всеми силами помогал своей команде. Он занимается тактическим троеборьем, но в этот раз решил попробовать свои силы в футболе. Игра Рому увлекла, и спортсмен намерен обязательно вернуться на дворовую площадку. Впечатления были хорошие, матч понравился, проиграли, но есть победители, есть проигравшие всегда. На баскетбольной площадке ребята постарше выясняли, кто сильнее в стритболе. Виктория Чукрина занимается футбольной секцией, а сюда приходит, чтобы весело и с пользой провести свободное время. Мы здесь играем в футбол, в стритбол, бадминтон. Очень весело здесь. Каждый раз, когда я выхожу гулять, прихожу сюда. Проект «Дворовая практика» проводится в нашем городе не первый год. Кроме спортивных, работают социально-педагогические площадки, где подростки планируют и реализуют интересные идеи. Проект «Дворовая практика» работает на площадках города в течение всего лета. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Участникам веселых стартов предстояло преодолеть весьма непростые испытания: пронести теннисный мяч на ракетке, пробежать змейкой с большим футбольным мячом, прыгнуть через скакалку, не задев кегли. Больше всего ребятам запомнилась эстафета «Башня». Надо было бегать и из деталей делать пирамиду. В веселых стартах приняло участие 2 команды – спортивный отряд молодежного центра «Спартак» и команда «Дека» досуговой площадки «Летняя дача». Именно они заняли 1-е место. Мы очень рады, потому что мы старались, все молодцы, все, все супер, мы очень рады. Я считаю, что победу мы заслужили. Веселые старты для ребят летнего лагеря проводятся еженедельно. Каждый раз организаторы стараются удивить участников интересной конкурсной программой и спортивными заданиями. Это мероприятие – одно из многих мероприятий, которые помогают ребятам хорошо провести каникулы, весело, с пользой и для здоровья, для хорошего настроения, и для того, чтобы каникулы были настоящими каникулами. Все спортсмены веселой эстафеты получили памятные подарки, ручки и блокноты. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.
Максим Ведищев увлекся рыбалкой еще в детстве. Рыбачить начинал на озере Боровом, сейчас предпочитает выезжать за город. Однако и в черте Сарова есть привлекательные для ловли водоемы. На протяжке раньше рыбачил, окуня было много, сейчас вот, конечно, замор был. На Филипповке тоже, особенно на второй, раньше клевал хорошо окунь и карась. Это в последнее время что-то там маловато стало рыбы, но окунь еще остался. Как и у всякого рыболова, у Максима есть в запасе интересные истории, которые происходили с ним на рыбалке. Однажды на его приманку клюнула черепаха, а одну рыбу он поймал необычным способом. У меня был только карп на 11-200, и то я его поймал в Илеве, но, правда, поймал его, правда, за хвост. Это был тоже необычный случай, когда я его подцепил. Я думал, что он клюнул, но потом, когда стал принимать уже подсадчик, у меня народ стал принимать, уже вижу, что хвост впереди, а голова сзади. Тем, кто только открывает для себя прелести ловли рыбы, Максим советует обратиться за информацией в интернет. Также советом помогут и рыбаки со стажем. Если приходит человек, он всегда спрашивает, как, чего ловить, подскажешь, там, если прикормку замесить, там прикормку, если на хищник, там какие блесна лучше, как бы все спрашивают, какая проводка, всем расскажешь, все как бы понимают и без проблем. Сейчас Максим больше ориентирован на спортивное рыболовство и участие в соревнованиях по рыбной ловле. Такие состязания проходят и в Сарове. Попробовать в них свои силы могут все желающие. Подробности в группе Федерации рыболовного спорта Сарова ВКонтакте. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. Главная ледовая арена Сарова готовится к предстоящему хоккейному сезону. С этого года для всех соревнований на территории Российской Федерации будет действовать новое правило разметки линии ворот и кругов вбрасывания. Сейчас в Ледовом дворце идет комплексный ремонт помещений, предназначенный для организации тренировочного процесса воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Саров», спортсменов городской федерации хоккея и игроков высшей хоккейной лиги. Старшая команда детско-юношеской спортивной школы «Саров Ракета» в новом сезоне будет представлять наш город на первенстве Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет. Дивизион «Запад». Тренировочные сборы начнутся уже 15 июля. Лежать. Сидеть. Доберман по кличке Спирит беспрекословно выполняет команды своей хозяйки. Такое взаимопонимание достигается путем постоянных тренировок и умением найти ключ к непростому характеру животного. Инспектор-кинолог Елена Ткаченко любит собак всю жизнь. Ее 6-летний четвероногий друг Спирит стал боевым товарищем на службе. Направление у нас следовой розыск людей по запаховым следам, поиск вещей потерянных, либо, допустим, если там преступник сбросил после грабежа где-то сумку, где-то там документы какие-то или свои вещи. Подготовка бойца кинологической службы начинается с первых месяцев жизни собаки. Сначала это базовые команды, затем программа занятий усложняется постановкой на след. Параллельно собак учат обыскивать местность. Один из самых сложных навыков – задержание преступника. Собак в кинологической группе Саровской полиции готовят по двум направлениям – розыск человека по запаху и поиск целевых веществ. К ним относятся наркотики и взрывчатка. Перед проведением массовых мероприятий всегда кинолог с собакой обследует. Либо вот хоккей, допустим, либо массовое мероприятие в парке, либо футбол. То есть всегда кинолог с собакой предварительно обследует, проверяет безопасность. В кинологической группе Саровской полиции служат три спаниеля, доберман и овчарка. Для тренировок используется специальный имитатор запаха. Кинологи стараются проводить занятия в условиях, максимально приближенных к реальным. Можем выехать в любое время, в любую погоду. То есть в любом месте города мы берем собак, просто собираемся и в условиях приближенных как вот к работе. Совсем скоро в кинологической группе ожидается пополнение. Четвероногие бойцы приедут из центра кинологической службы Нижегородской области. Дарья Цпарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.